Нашел вот такую катушку, внутренний диаметр, ну, 15-16 где-то, пусть будет 16. Диаметр у меня магнита 15, то есть эта катушка фактически подходит. Попробовать, ну это просто так вот, экспериментально. Без сердечника попробую сейчас. Вот, потом померяю напряжение и повешу вот такой 1-ваттный светодиод. Посмотрим, что будет. Подставляем. Что мы видим? Светодиод 1-ваттный у нас мигает с хорошей. Немножко фотоаппарат как-то в резонанс ходит с частотой светодиода. Ну, светодиод 1-ваттный мигает хорошо. Это без сопротивления. То есть получается, колесу совершенно не мешает. Совершенно не мешает колесу. Вот продолжает мигать. Намотал несколько катушек. Вот одна есть готовая. И еще 5 штук разной толщины, разное количество витков. Сейчас проведу испытания без сердечника. Вот наш светодиод начал красиво мигать, видишь, то есть только для светодиода тока почти не надо. Там 50 миллиампер, и он уже светится. Сюда ставим диодный мостик и конденсатор, и он пылает ярким пламенем. Ну вот какой результат. То есть эта катушка с неизвестным диаметром провода и неизвестным количеством витков, 12 вольт 27 миллиампер, диаметр провода 0,86, там витков, по-моему, 50, по-моему, влезло, 0,5 вольта 45 миллиампер, это провод 0,45, это 0,6 вольт 135 миллиампер, 0,45 провод такой же точно, 125 миллиампер, тут просто витков в 3 раза больше, а результата никакого, потому что толщина его получается больше, и в результате магнитное поле действует только на на часть катушки, остальное просто так балансом. Поэтому катушки должны быть вот такие вот тоненькие. Вот. То есть вот это можно, этот не брать даже в расчет. А так вот эти намотаны 1, 2, 3, 4 на одну матрицу. И вот результаты какие. То есть сколько влезло провода, столько я и намотал разного диаметра. Итак, 0,33 дало самый лучший результат. Это 0,8 вольта.
160 миллиампер. И 60 миллиампер. Напряжение я не записал. Напряжение там вольт 6, по-моему. Для того, чтобы использовать вот такую катушку, вот, например, нужно параллельно последовательное соединение 75 штук, чтобы набрать 6,5 вольта 1 ампера. Такая вот 51 штуку параллельно последовательное соединение. Ну и такая 22 штуки, чтобы набрать вот такой вот на такое напряжение и такой вот ток. Ну какой вывод? Вывод такой, что делать без сердечника катушки, делать генератор на такой основе, ну в принципе неэффективный. Можно, конечно, но эффект не тот, что нам нужен.